Играть в игру Воришка Боб, Робори Боб. И у нас вторая часть карты. И у нас первый дом. Мы приехали снова на лифте. О, смотри, там целых три ключика. И тут опять какая-то камера. Нам надо сюда быстренько забежать. О, мы взяли все ключи. И что нам, куда нам теперь? Мы как магнит. О, мы можем... Куда нам проходить-то? В какую сторону надо? Сюда или... Нет, не сюда, наверное. Так, вот сюда давай побежим. Бежим сюда, берем вот тут золотишко. Теперь... Ой, там ох... Ой. Там охранник стоит, а там камера. Ага, у нас же есть ключик. Боб, беги. Открывай. Закрывай дверь. Берем какой-то конвертик был там. Закрываем дверку. Так, тут у нас камеры, да, будут? Заметили! Ай, смотрите, сколько тут кругом камеры! Куда нам бежать? Все нас! Нас схватили, поймали. Сразу все. Кругом охранники выбежали на нас. Так, мы остановились вот здесь с тобой. Открываем дверь. Куда мы? Где нас с тобой заметили? Вот здесь нас заметили. Прячемся. Прячемся вот здесь. Нужно, чтобы камера ни в коем случае нас не заметила. Там еще часы снизу, смотри, с той стороны. Нам придется снова туда бежать. Боб, стой, жди. Сейчас быстро бежим. Быстро! Беги! Ой, тут еще можем открыть. Компьютер взяли, калькулятор. Все, забираем. Это телефон. Может, телефон был. Сейчас камера уйдет. Побежим дальше. Ой, нам осталось еще немножко золота взять и все. И бежать обратно, что ли, на выход. Вон он, сундук с золотом лежит. Много там денег. Да. Как нам туда бежать? Так, охранник стоит. Он смотрит, он работает. Так, теперь на выход. Он работает, да. Он за компьютером сидит. Давай выходить уже. Так, видишь, там... Камера смотрит, а если она нас заметит? Ну, давай. Так. Куда нам бежать, Асень? Вот сюда успеем? О! Быстрее, лифт! Быстрее, 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 быстрее! Быстрее! Ах, ребят, в общем, в самом конце нас камера заметила. Но здесь очень сложно пройти, там целый дом в этих камерах. Так, охранник, толстячок, любитель мороженого привел нас сюда. Нет, пузачок. Пузачок. Тут мы нажимаем на кнопочку. Бежим отсюда. Это не кнопочка. А что там? Телефон. Ой, телефон, зазвонил телефон. Алло, возьмите трубку. Алло, алло, кто говорит? Слон. Иди, охранник. Поговори со слоном. Со своим слоненком. А мы быстрее. Быстрее, быстрее. А я видел нашего пузыка. О, Ой-ей-ей, превращайся обратно. Превратились мы в бабулю в этот раз. Не в охранника, а в бабулю. Здравствуй, сынок. Что ж ты тут ходишь-то, мешаешь-то мне? Все, мы взяли. Сейчас охранник пойдет смотреть, наверное, почему дверь открыта. Или не пойдет? Пойдет. Пусть смотрит. Мы масочку оденем снова. И пойдем дальше. Подвинься, что ты тут мешаешь мне? Так, а здесь мы что делаем? Тут куча народу, да? А, может, мы просто проходим и все? Давай. Ну-ка. Все золото мы взяли или а нет? А давай в бабу... О, мы все, все мы взяли. Я хочу в бабульку превратиться. А мы больше не можем. Когда мы золото с тобой берем, мы превращаемся обратно в воришку. Раз, два, три. Ура! Мы взяли все награды. Боб идет к следующему дому. Ой, там стоит тетенька опять. Смотрит в окно. Так, там охранник. Значит, вон там ключик, смотри. В первую очередь нам надо взять с тобой ключик. Как нам сделать так, чтобы тетенька не заметила? В куст спрятаться? Спрятались в куст. Тетя, иди обратно. Там унитаз. Надо было лучше в унитаз спрятаться, да? Да. Так. Так, куда? О, куда? Зачем мы сюда зашли? Нам надо было вон за ключиком идти.
Тетя, уходи отсюда. Уходи. А посмотри, сколько тут сладостей. Да, мы зашли на склад сладостей. Быстрее, Боб, быстрее. У нас сладостей. Все, мы взяли с тобой ключик. Что нам теперь? Бежать надо будет обратно? Ой, там золотистая рыба. Золотая рыбка лежит? Да. И что? Так, нам похоже, надо вот сюда зайти. И тут охранник у нас. И что нам надо делать? А, тетя идет. Фу! В последний момент мы успели забраться. Глаза и нос. Шкаф. Глаза теперь нам, похоже, нос. Надо вот сюда. Вкусик. Поп, везде прячется. Ну, в кого-то вкус. А в какую он бы свет уже. Так, тут мы взяли еще. А, быстрей! А! Тут камера еще оказывается! Закрой дверь. Так. Следующее. Куда нам бежать? Что нам осталось? Нам осталось карты с тобой взять. А нет, это четче. Великого. Но у нас камера все-таки все равно заметила уже сень. Опять мы с тобой крест получим за это. Надо хотя бы золотишко все забрать и убежать отсюда. А там деньги. Где? Вон. Снизу? Это карты лежат. Карты. Прячься в коробку. Так, у нас ключик есть, да. Мы сейчас откроем последнюю дверку. Заберем сундук с золотом. И бежим быстро на выход. О, Боб, быстрее забегай. Что ты так ходишь? Успели. А теперь нам что? Теперь нам обратно надо бежать. Камера, уходи. Она нас здесь не ловит. Сейчас обратно в коробку придется прятаться. Прячься в коробку. Все, ниндзя спряталась. Бежим. Все, мы все золото взяли ведь уже. Быстрее, Боб. Быстрей! Ну что ж ты? Как червяк. Так, охранник туда пробежал. Ладно, мы бежим обратно тогда. Ой, тут тетя. Где наш лифт? Где наш лифт, Сеня? Куда нам бежать? Вот он. Быстрей, кнопочка. Быстрей. Все, убежали. За то время хорошее и золото собрали. А полиция не идем нас... дальше. А полиция узнала нас. Да, полиция нас поймала. Ребят, вы нам, по-моему, писали в комментариях, что здесь есть еще какие-то секретные уровни, но нужно собирать всю награду. Похоже, мы их не откроем. Или нужно будет проходить заново. Боб помахал нам. И осталось нам, у нас 4 дома. Так, снова приезжаем к какому-то на каком-то лифте. Стоит охранник, смотрит во все стороны тут. Кого нету? Там камера, Сень, прячемся. Бери, Боб, свою бумажку. Закрывай дверь свою. Да. Не свою, а чужую. Чужую. И что, нам куда теперь идти? Вниз, что ли? Быстрее, Боб, беги. А телефон? Ой, собака спит. А давай ее разбудим. Ага, если мы ее разбудим. А-а-а! Сеня, со всех сторон. С одной стороны камера, с другой стороны охранник. Куда нам? Бежим вот сейчас. Успели? Тут калькулятор еще, бери. О, все, золото взяли. Чуть охранник нас не услышал. Все. Так. Толпой. Ура! Все, отлично. 3 золота. Идем дальше. В банк пришли. Наверное, тут сейчас будет много золота. Приезжаем на лифте. В банк приехали. Тут куча денег. Так, это что, нам нужно в бутылку опять залезть какую-то? Стоит бутылку. Приехали и уехали. Боб. О, мы взяли все золотишко. И что? Нам нужно подождать, когда дядя пройдет обратно. Мы бежим сразу от него. О, мы превратились в дядю. Как мы смогли залезть в эту бутылку, Сень? Так. О, краска опять! Опять следы! Придется нам ходить здесь по кругу.
Что за следы здесь? Кто тут ходил? Кто тут наследил? Пойду-ка я искать. Так. Ой, и тут охранник идет. Охранник, быстрее уходи отсюда. Быстрее. Быстрее закрывайся. Так, и что? А почему он, бежим. А почему он с кулаками ходит, да? О, убежали. Убежали от него. А почему он с кулаками ходит? Чтобы если он увидит воришку, сразу будет его бить. Зачем ты пришел сюда? О, все, мы все взяли. Лифт вызываем и бежим из этого банка. Все, лифт. Ничего, ура! Ничего сложного, а там были сладости. Все, мы получили все награды, ура! Погнали дальше. Боб машет. Осталось у нас 2 или 3 дома, непонятно. Приехали снова на лифте куда-то. Там ходит тетя. Громила говорит, ты должен забрать тут все золото. Кому? Ой, тут охранник стоит. Кому забрать? Телефончик. Кому, кому? Ему? Кому? Он же нас отправляет сюда. Идем за тетей. В куст. Скорее прячься в куст. Спрятались. Ниндзя сидит в кустах. Там какая-то у нас масочка. Берем. Кого мы превратимся? О! Где твоя подружка? Подожди нас. Привет, подружка. Я тут тоже похожу. О, это тут какая-то столовая. Бабуля... Охранник сидят, они и кушают. Да. И тут охранник набирает еду себе. А там кто? Там дядь какой-то ходит по кругу. Так, нам надо за ним ходить, похоже. Так, идем. Ключик, быстрее бери ключик. Беги отсюда. А давай в чучу превратимся. Да, нам похоже надо опять. Быстрее, Боб, быстрее. Фу, спрятались в куст. А давай снова превратимся. Сейчас превратимся обратно. Иначе как мы с тобой выйдем? Она сейчас уйдет. Давай, Боб, иди, превращайся. Все, тетенька идет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Привет, подружка, что тут ходишь? Пойду-ка я вызову лифт. Мы все золото взяли? Да, все. Быстрее, лифт. Тетя, вызывай лифт. Беги отсюда. Все. Раз, два, три. Так идет. Все, мы взяли с тобой все награды. Привет, Боб. Это твой последний дом? Это предпоследний дом. Стоит опять охранник там какой-то. Берем золотишко у него. Так. Здесь у нас калькулятор. Папа, там охранник стоит. Ключик. Здесь у нас что-то лежит. Тут лежит. Ой. Там опять охранник стоит. Он нас не видит? Видит. Давай-ка вот здесь нажмем на принтер. Он сейчас туда пойдет. А то и дискотека. И мы пробежим. Раз, два, три. Поп! Быстрей. Забегаем. Берем все золото отсюда. И убегаем отсюда. Боб, быстрей. У тебя следы еще. Следы, следы. Что делать? Мы на краску наступляем. Боб, быстрее шевели ногами. А вы, Сережки, вот так прошел. Так, там еще камера. Я надеюсь, они за нами не бегут, они нас потеряли. Сейчас камера уйдет, мы быстрее идем, бежим с тобой. Карты берем, золото и часы. Боб, беги. Взяли? Часы, бери часы. Ай, нет, не успели пробежать. Придется подождать немножко. Давай, 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 давай. Все, камера отворачивается от нас. И... Боб, быстрее. Так. Тут, похоже, нам надо нажать опять на какой-то принтер. Охранник сейчас пойдет, посмотрит. Давай, охранник, уходи отсюда. И мы побежали на выход. Ой, там охранник идет другой. Ай, уходи отсюда. Уходи скорее, охранник. Так, 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 так. Сюда. И вот сюда. И сюда.
Сейчас он пройдет, и мы бежим к лифту. Все, кажется, прошли. Вызываем. Вызываем. Бабулю. На охраннике крест, время хорошее. Золото не все собрали. У нас же полный вроде бы мешок был. Вот это да, ребят, где мы пропустили опять. И у нас последний дом. Последний дом, это громилы дом, наверное, да, будет? Приехали на лифте. И это дом громилы, похоже. Ай-яй-яй, мы наступили в краску. Давай вот так пробежим. Сейчас охранник подумает, чьи тут следы? А мы быстренько убежим от него. Вот сюда. Хоп-хоп-хоп. Нас тут никто не заметит. Наверное. А давай? Или заметят. Почему дверь открыта? Он говорит, почему открыта дверь? Выходите отсюда. А радио включить? И там открыта дверь, говорит. Боб, бери быстрей. Быстрее, Боб, бери, прячься. Фу, спрятались. Мусорное ведро. Громила пришел. Пришел Громила всех охранников бить. А зачем? Это его дом, наверное, или что, я не знаю. Это охранников дом. И что нам? Что нам делать? Как нам от него теперь бежать? Ведро. Боб, прячься. Где он? Он кого-то там все избивает, избивает. Идет сюда. Прячемся. Нам надо бежать наверх, открывать дверь. Так, давай. Беги. Берем все. Бери. Бери. Что мы еще не взяли? Мы еще что-то не взяли с тобой. Куда он пойдет? Еще где-то золото осталось, Сень. Он к нам идет. Да. Прячемся. Куда мы спрятались? Посмотри. Мы на голову себе что-то одели. Трусы, что ли, на голову одели? Трусы на голову одели. А почему ты уже что-то открыл, закрыл? А? Он ходит, ходит, ищет нас. А зачем? Не знаю. Что, нас убить, что ли? Может да, может нет, я не знаю. Сеня, он идет сюда. Да, мы же не ведро. Спрятались. Где золото мы еще не взяли? Я не вижу. Боб, вылазь. Надо... Закрывай дверь. Я не понял, Сень, где еще? А, вон бабуля там оказывается. Там оказывается бабуля. О, боже, бабуля. Там бабулька еще ходит. Сейчас громила пойдет, ее вообще и забьет там всю. Ну-ка. Он почему-то не заходит. Громила. Уходи отсюда. А мы пойдем к бабуле. Возьмем ее все золотишко и спрячемся в коробку. А, нет. Мы спрятались куда? В ковер залезли. Все, бабулька, уходи. Где там охранник? Вызываем. Лифт, быстрее, быстрее, быстрее. Охранник, этот опять едет. Фу, кое-как мы успели. Время, и время хорошее, ребята. Все награды собрали в самом конце. Это очень круто. И все. Мы, похоже, вторую часть закончили. Мы убежали, мы бежим золотом. А Громила, Громила стоит, посмотрите. Он в окно кричит. Ваааа, куда ты побежал с моим золотом? А мы смогли от него убежать. Ребят, в общем, нам эта игра очень понравилась. Воришка Боб крутой. Смог ограбить толстяка Громилу и убежать с мешком золота. Если вам понравилось, ставьте плюсики. И тогда мы продолжим играть. И вы увидите третью часть. Секретную какую-то лабораторию, похоже. И ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны. И... Забудьте нажать на колокольчик. Тогда самый первый узнаете о наших видео. Все, ребят, пока-пока! Все, пока-пока!